За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска ляскают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штатах и никогда не стабилизируем наш воздушный террор. Мы погибнем как государство, как народ, как нация. В Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американских.